Так, сегодня мы с вами будем пробовать готовить уху. Первый раз вот я делаю суп в пароварке, и сейчас мы посмотрим, получится у меня это или нет. Вообще я взяла книгу рецептов, нашла здесь рыбный суп, вот он, но он готовится на рыбе, которая идет из консервов, а я буду готовить из свежей рыбы, поэтому не знаю, что получится. Но вот попробую все-таки. Значит, для этого нам нужно 1,5 литра воды. То есть я наливаю. Так, это литр. Так, и еще 0,5 литра. 1,5 литра воды я налила. Теперь я опускаю рыбу. Кладу картошку, которую я уже предварительно подготовила, и лук. Теперь все это солю, закрываю крышку. В книге рецептов рекомендована программа на пару. Я выставляю программу на пару. Особенность этой программы в том, что она начинает готовить только если вода закипела. И я сделала сейчас отсрочку на 30 минут, потому что мой муж придет через час, поэтому я хочу, чтобы к его приходу была горяченькая уха. Через 30 минут мультиварка начнет работать, и через примерно 5-10 минут вода в ней закипит, и начнется отсчет приготовления ухи. Уха будет у меня готовиться 20 минут. Этого вполне достаточно. Так что мы встретимся с вами примерно через час. Так, сработал зуммер. Сейчас наша мультиварка переключится в режим подогрева. Но нам это не нужно. Мы ее выключаем. Итак, теперь проверим, что у нас получилось. Какая же нас уха ждет. Так, проверяем. Вот, смотрим. Настоящая уха. Видите, рыба не развалилась. Все сварилось. Запах отменной ухи. Приготовленную уху мы добавляем лавровый лист сейчас. А все специи в виде укропа мы добавим в тарелку. Вот как выглядит наша уха в тарелочке. То есть мы добавили зелень, и теперь можно кушать. Приятного аппетита!